Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Так как скоро Новый год, решила с вами поделиться рецептом крабового салата. Уверена, что в каждой семье есть свой любимый рецепт этого салата. Я с вами сегодня поделюсь своим рецептом. Для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты. Крабовые палочки, кукуруза, яйца, которые я отварила заранее вкрутую. Зелень. Я взяла кинзу. Я знаю, что многие ее не любят. Можете заменить петрушкой. Огурец. Рис. Я взяла длиннозерный рис и заранее отварила в подсоленной воде. Рис нужно отварить правильно. Я отварила на зубок. То есть он в центре еще немножко тверденький. Нам еще понадобится майонез, черный перец и немножко соли. Салат можете готовить двумя способами. Его можете собрать или в кольце от разъемной формы, или, как я, салат соберу в одной большой миске и заправлю майонезом. Сначала соединю кукурузу и рис. Количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео. Это пока оставим в сторону, а теперь нужно мелко порезать крабовые палочки, яйца, зелень и огурец. Сначала очищу огурец от кожуры. Теперь его порежу кубиками. Теперь порежу крабовые палочки. Я взяла две пачки, так как у меня достаточно много салата получается. Хотя количество этих ингредиентов вы всегда можете варьировать по вашему вкусу. Что-то взять побольше, что-то поменьше. Теперь салат нужно немножко приправить. Я добавлю черный перец. Добавлю немножко соли. Соли добавляю совсем немножко, поскольку майонез тоже соленый. И в конце добавляю майонез. Количество майонеза тоже добавляйте по вашему вкусу. Салат уже готов. Вот такой салат получился. Смотрите, тут в салате рис остался один к одному. Рисинка к рисинке. Если вы в салат добавите переваренный рис, ваш салат превратится в кашу и не будет красиво смотреться на столе. И будет невкусно. И, конечно же, свой салат я подам вот в такой хрустальной вазе. Если помните, в советское время крабовый салат и салат оливье всегда ставили на стол вот в таких хрустальных вазах. Вот так очень быстро и просто из доступных ингредиентов мы приготовили такой вкусный праздничный салат. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного праздничного настроения и до новых встреч!